Давайте искать, конечно, дерзость, но не чаем души друг друге. А стало быть, а стало быть, а стало быть, вперед! Популярная история об отважных гардемаринах, выпускниках навигатской школы, развернулась на сцене Дворца культуры «Родина». Над этой постановкой студия популярной музыки «Город песен» трудилась почти год. Руководитель признается, что перед актерами стояла задача создать свой образ известных героев. Тема-то известная, актеры-то шикарно играли до нас. И переиграть, ну, например, Михаила Боярского, ну, это невозможно нашим ребятам. Значит, мы должны этот образ создать свой. Мы играем роли Александра Белова и Анастасии Гужинской. Достаточно легко нам дались эти роли. Мы достаточно быстро вжились в эти роли, потому что, ну, наверное, потому что роли нам по возрасту, по атмосфере, нам было интересно действительно играть все вот эти вот и чувства, и истории. К подготовке мюзикла актеры подошли основательно, брали уроки по фехтованию у тренера. Ну, легче, легче. Шпага – это оружие дворянина. У нас в городе Димахин Игорь, есть такой тренер, оказывается. Ну, я не знаю, то есть он увлекся вот этим, спасибо ему большое, он научил наших мальчиков работать. Может быть, мы не ах какие спортсмены, но мы, во всяком случае, оружие они уже держат с сознанием, с каким-то опытом. История о гардемаринах стала хорошим материалом для постановки, в которой переплелись отважные приключения и любовные дела, говорят в музыкальной студии. Премьера мюзикла прошла при полном зале и стала хорошим подарком для зрителей.